Добрый день! Представляем вашему вниманию крышку на алкоголь с кодом. Код можно устанавливать, чтобы защитить ваш алкоголь от детей и детей от алкоголя и от ваших друзей. Как оно устанавливается? По стандарту оно идет 3-0. Мы открываем. Вот есть фиксатор. Подвигаем его. Устанавливаем код, какой нам нужен. Ставим 137, к примеру. Вот так, 137. Отодвигаем. Закрываем. Все, оно зафиксировано. Мы его не можем открыть. Мы вставляем код 137. И оно открывается. И вот как оно выглядит на бутылке. Закрываем. Нажимаем, мы не можем открыть. Выставляем код 137. Нажимаем, оно открылось.